Дорогие друзья, всем привет! Сука, как меня бомбит! Как меня бомбит, что я всегда придерживался своей стратегии, тактики не пропускать ни один сундук на аккаунте без доната. И тут, сука, сегодня утром проснулся, мне просто сейчас уходить уже надо. Я открываю магазин, тут бесплатный сундук. Думаю, ну ладно, но я постоянно записываю про эти бесплатные сундуки на видео. Вот, у меня подарок в магазине, вот бесплатный сундук. Ну с них что-то в последнее время ни хрена не падает. И, сука, открываю, и как вы думаете, что мне падает? Воля! Мне падает, я успел заскринить, вот, смотрите. Мне выпал Фрэнк. Ну, камон, ну я не успел записать. Ну, естественно, я хотел подрубить запись экрана, но вырубил и... Ну, короче, точнее, нажал на сенсор, и, типа, иконка с Фрэнком пропала. Ну, вот он у меня есть, новый персонаж, и он с бесплатного сундука. Хотите, верьте, хотите, нет, я вам клянусь. Только нажал на него, и... Я такой, сука, почему не на видео? Почему я не врубил в этот момент видео? Ну ладно. Ну ладно, типа... Мы не увидели, да, что он, типа, именно с этого, с бесплатного ящика выпал. Ну, это не меняет... Не меняет сути, Фрэнк дропнулся. Теперь у меня есть все эпики, да? А не, еще Биби, блин, еще Биби. Но, тем не менее, уже три эпика. И это хорошо, поэтому надо заканчивать с Барлеем. И переступать к каким-то эпикам. А, ну я уже как бы Пайпер апнул. Значит, получается Пэм, либо Фрэнка. Ну, это круто на самом деле. Я больше хотел Биби, но Фрэнк тоже нормальный персонаж. И мне будет по фану играть. Очень печально, что так произошло. И жалко, что я не врубил видео. Вот просто некоторые обижаются, типа, не обижаются, а возмущаются. Холдик, зачем ты записываешь видео ради одного сундука? Там большой ящик, маленький ящик, серьезно, зачем? Ну я просто, ну лучше врубить запись и пускай ничего не выпадет, чем не врубить и дропнулось. Ну сука, ну почему ты именно сейчас выпал? Мне обидно, потому что я хотел это на видео, чтобы я понимал, что скоро уже что-то выпадет. Ну, именно сейчас это произошло. Я не врубил запись, потому что я торопился. Ладно, поехали в бой. Что ж, сыграем на Фрэнке пару каточек. Ребят, рекламная пауза и погнали поединок. Ё-моё. Давайте соберем все жетоны. Записываю этот ролик, ребят, на один день раньше, чем он выйдет. Поэтому, скорее всего, вы посмотрите этот ролик в пятницу. А записываю его в четверг утром. Вот. Ну, чтоб не подумали, что там... А, карты не совпадают, еще что-то. Тихо. Ух, как Фрэнк под этой турелькой классно дамажит. Пум, вообще шикарно. Блин. Ну реально фейл, реально фейл. Если бы можно было как-то, я не знаю, вот в рояле есть возможность посмотреть дроп еще раз сундука. То бишь выключить игру. И если ты не нажмешь, типа, все, завершить открытие сундука, то ты еще раз открываешь сундук, и тебе падает тот самый дроп. Блин, жалко, что нету этой функции в Brawl Stars. Ну, просто я бы повторил. Но это охеренное чувство, когда ты открываешь бесплатный ящик, и оттуда падает новый боец. Ё-моё, блин. Вот это я заруинил. Не знаю, почему так радуешься обычным картинкам в игре. Ну, блин, эмоция есть, эмоция от этого есть, и, блин, какой-то азарт ловишь от этого. Это кайф вообще лютый, когда тебе что-то падает, хотя, по сути, ну, Фрэнк у тебя уже на основном аккаунте есть, да, ладно, там ты только начал бы играть в Brawl Stars, и вот, вау, ты только выбил Фрэнка и только знакомишься с ним, да, типа, оу, что за персонаж. Еще ладно, но все равно не перестаешь получать кайф от выпадения новых бойцов. И, блин, жалко, очень жалко. А, блин, сука, бесплатный ящик. Ну, думал, ну ладно, уже похер. Ну, зачем по 150 роликов про это записывать? Типа, вот только вчера записывал про бесплатный ящик и мега ящик. И ничего не выпало. Думаю, ну, открою его и поеду по своим делам. И ты, блядь, закон подлости, падает Фрэнк. Я бы не пережил, если бы выпало Лего. Я бы не пережил. Я бы не пережил этого, бля, я не знаю. Я бы бомбил, наверное. Включил бы и тупо бомбил. Ну как так? Вау. Отлично. Я только проснулся. У меня сейчас время 11:59. Давайте я вам покажу, что вот только я только... Ну вот, типа, сейчас у меня четверг. 19:09, 11:59. Магазин обновился как час назад.
Еще в пятницу магазин обновится. Я посмотрю, что в пятницу будет. Хотя вы ролик смотрите именно уже в пятницу. Поэтому ждите еще. Возможно, сегодня... Ну, для вас сегодня, для меня завтра. Что-то еще будет в магазине интересно. Я обязательно запилю. Все, теперь не пропущу ни один сундук. Ну его нахрен, блин. Фрэнк, 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 угомонись. Угомонись. Ой, трэш, ребята. Кто бы мог подумать, да? Я, ну, ну реально, ну, кто мог себе... Ать! Собака, а? Успел меня убить. Ну, короче, теперь у меня 20... Да, 20 же бойцов. Оп. Оп. А чё ты ультуешь у меня? Что я тебе такого сделал? Пошел нах. О, прикольно. А, это не наша тарель, лол. Ладно, лупанем так вот. Бум, бум, бум. Хоть бы нам сейчас гол не забили с середины карты. Тихо. Отдадим им мяч. Хорошая тактика отдавать соперникам мяч. Блин, как же я плохо в футбол играю. Так. 30 секунд. Мы либо так затащим. Бум. Блин, камон, откуда у меня мяч? Я даже не увидел его, хотел ультануть. Но мы выиграем, скорее всего. Хотя вот сейчас могут забить. Бум. 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 Победа. Отлично, мы затащили катку. Yes. Короче, я хочу еще раз... О, у меня звездный игрок я. Так, жетон мы забрали, давайте посмотрим. Нас еще 1000 озер надо сыграть. Так, 20 из 29 бойцов. Я хочу просто еще раз посмотреть, что мне осталось выбить. Ну, блин, сверхредких вообще изи выбивать. Я думаю, что с второго глобального открытия Карл и Дэрил дропнется 100%. Значит, получается 3 мифика, 3 леги. Ну, теперь 3 леги, потому что у нас теперь 4 легендарки, одна у меня уже есть. 3 леги, 3 мифика и 1 биби. Ну, еще до хрена на самом деле. Но я очень планирую со второго глобального открытия реально дропнуть как минимум эпика или мифика. То есть сверхредкие окей, ну хотелось бы что-то редкое. Ну, я в том плане... ну, вы поняли, да? Я думаю, вы поняли. Короче, следующий сундук 7500. Я постараюсь максимально быстро пропать. Погнали последнюю катку. Я постараюсь максимально быстро пропать 7500 и его открыть. Ну хотя, опять же, открывать теперь на видео боксы после того, когда тебе что-то дропнулось, ну это уже как бы, да, тут уже, сука, ну так обидно, ребята, но я вам... О, кстати, сменилась карта, прикольно. Я вам клянусь, я не ожидал, я не думал, что дропнется Фрэнк. Я тупо не верил. Типа, ну... Ну, точнее, не Фрэнк, а что-то выпадет с него. Думаю, да, блядь, открою. И такой смотрю, нет, падает. И у меня просто мурашки по телу. Просто думаю, ну, почему это ненавидя? Ну, ну я надеюсь, вы себе там представили, да, что... Ну, типа, ага, ну, открыл бы ты, ну, выпал бы он нам на видео. Ну, главное, что он есть теперь, да? Он же-то никуда не денется. Ну, ладно. Так. Мне надо как бы звезды собирать, а не бегать, балду гонять. Блин, для Фрэнка, конечно, карта слабенькая. Капец! А можно меня не убивать? Весело, весело. Да ёпта, ну я нормально держался. Так, давайте затащим. Я решил затащить. Поехали. Тынкс. Я на самом деле уже уходить собрался, ребят. Там... Тихо. Убью, 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 убью. Бля. 700 хп, аж боль. Больно. Я никого еще не убил, и осталось 30 секунд. Надо кого-то прибить. Да гля, просто. Кого убить? 20 секунд осталось. О,
О-о-о-о-о-о-о. Ну я тебя убью. Yes. Но я не затащу тут, походу. А, да ну, Фрэнк, это тут днище. Все дальники, никому не подойдешь. Ладно, хрен с ним. Потом соберу звезду. Так, 0 кубков. Кстати, вот это одного жетона не хватает. Как раз бы было 14 сундуков. Ну да ладно. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Где лайки? Вот, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Блин, ну, вы верите мне, что он дропнулся с бесплатным или нет? Просто я вот пытаюсь на протяжении ролика распинаюсь, ну, типа, ну вот, вот он дропнулся, вот я заскринил. Но, блин, но не на видео, к сожалению. К большому сожалению. Но, тем не менее, плюс один эпик у меня уже есть. Это круто, ребята, 20 бойцов из 29 без доната. Хорошо, идем, плюс готовится открытие. Короче, все прекрасно, поддерживайте, смотрите. И всем хорошего настроения. Пока, ребят, скоро увидимся. А возможно, вы даже этот ролик посмотрите в четверг. Хрен знает.